5 июня начнется очный этап 5-го всероссийского конкурса «Идеи, преобразовывающие города». Мероприятие направлено на вовлечение молодых граждан в процесс развития городских общественных пространств и придомовых территорий. Участники могут предложить свои идеи по облагораживанию парков, улиц, пешеходных дорожек и игровых площадок. 6 студентов Казанского федерального университета выиграли заочный этап конкурса «Идеи, преображающие города». Этот конкурс он проходит в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Конкурс проводится в рамках нескольких номинаций. Участников очного этапа ждет незабываемое путешествие в мир исторической архитектуры Москвы. Наши студенты подготовили два блока проектов. Один связан с благоустройством территории, потому что ранее наши студенты участвовали в архитектурной экспедиции, ездили на Северный Кавказ, разрабатывали там совместно с наставниками проекты благоустройства территории. И одна номинация посвящена этому. Вторая же номинация выполнена в рамках интерьерного проекта. И здесь они, конечно, различаются. Жюри будут определены победителями конкурса, которые будут награждены путевками в Федеральный образовательный центр МДЦ «Артек». Участники старшей возрастной категории будут рекомендованы к участию в архитектурных экспедициях. Она пройдет в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург и Казань. Мы в начале апреля участвовали в архитектурной экспедиции «Северный Кавказ». И там принимало участие около 16 регионов России. В нашей команде достался Комсомольский парк в городе Владикавказ. Мы осуществили зонирование парка, разработали сеть пешеходных прогулочных дорожек. Глеб Нигмати, Маргарита Михайлова, Универ Ньюс.